Как выбрать арбуз? С этим вопросом сталкиваются тысячи людей, как только зеленополосатые красавцы начинают появляться на прилавках магазинов или рынков. Задача непростая, но решаемая. Достаточно следовать определенным методам и выбрать с помощью них самый спелый и вкусный арбуз. Об этом расскажет Марианна Новикова. Сезон самых спелых и сочных арбузов начинается с августа и длится до сентября. Но если вас совсем одолела жажда и вам срочно нужна эта ягода, то мы подскажем нашим телезрителям несколько простых советов по выбору арбуза. Обращайте внимание на покровы арбуза. Они должны быть без видимых внешних изъянов. Вмятины и трещины – это все признаки переспелого плода и его неправильной транспортировки. Признак спелого арбуза – плотная, блестящая, максимально контрастная и твердая корка. А признак незрелого плода – пигментное пятно насыщенного желтого или оранжевого цвета. Объяснять это просто. У созревшего плода пересыхает боковой хвостик, прекращается выработка хлорофилла и поступление влаги. Как вы все знаете, выбрать спелый арбуз можно по звуку. Постучите по ягоде. Если услышите глухой стук, это то, что нужно. Следуя вот таким простым правилам, вы сможете приобрести себе самый вкусный и сочный арбуз и спасти свой организм от обезвоживания в эти жаркие дни. И напоследок, старайтесь выбирать не самые большие арбузы, размер не признак спелости. Старайтесь соблюдать правила золотой середины. С добрым утром! Желаем вам хорошего дня!